Кузнецова, мне 28 лет, я из Санкт-Петербурга. Мне повезло, я выросла в семье своей бабушки, она у нас философ, филолог. Она заставила меня закончить музыкальную школу. Вообще я занималась всем, я занималась спортом, рисованием. У меня первый разряд по баскетболу. Я ужасно упрямая, меня не сломить. Вот если даже вы все будете говорить, что я не подхожу и не сумею, я все равно буду это делать, потому что мне, в принципе, важен сам процесс. Я купила пианино «Красный Октябрь» и за месяц написала альбом. Мы сразу вышли в топ-3 iTunes, я обогнала Дмитрия Билана. Голос. Ну, это мой любимый проект. Мне, как спортсмену, хотелось бы победить. И, конечно, мне все время очень хочется, чтобы бабуля посмотрела, какая я молодец. Банк «Югра» желает удачи всем героям проекта «Голос». А те участники, которые, к сожалению, не прошли в следующий этап программы, получают от банка подарок 15 тысяч рублей. Банк «Югра» заботится о вас. Молчать не будем. Да, спасибо. Да, мы молчать не будем. Обниматься тоже будем чуть позже. А сейчас... А сейчас мы познакомимся. Да. Меня зовут Шура Кузнецова. Я из Санкт-Петербурга. И я вам представила свою песню. Мы так и подумали. Ну, я во всяком случае. Спасибо большое за эту возможность. Я рада очень сильно.
С самого начала было слышно, мы с Димой, да, переговаривались, было слышно очень авторский и личный подход. Вы знаете, в этой ситуации, вот когда вы так тонко и абсолютно интимно рассказывали свою историю, хочется подойти и говорить не в микрофон, а вам на ухо, понимаете, и сказать все то, что я думаю. Спасибо вам большое, спасибо. Я очень тронута, у меня даже слезы пошли. Это было красиво. Так, я должна что-то теперь выбрать, да? Нет, что? Хорошее выражение. Что? Спросите. Даже где-то ничего, нормально. Молодец. У меня просто постнервозность. Кто бы еще рассказал зрителям, что такое петь на сцене? Что после сцены наступает адовое опустошение. Через минут 20-30, если ты отыграл двухчасовой концерт. Да ладно, врать. Это абсолютная правда. Я просто переживаю каждую песню, понимаешь? Вот, и поэтому мне тяжело. Я знаю, что такое говорить после выступления. Ты косноязычный, ты совершенно ничего не можешь произнести. Все пересохло, я не знаю. Да, все пересохло. Что? Пожалуйста, зрители, вы должны это понимать, что стоять на сцене – это очень тяжело. О, спасибо. Но это огромное удовольствие. Это два в одном почему-то. Спасибо. Ну, наверное, все-таки выбираете. Сегодня же... Вообще, я представляла... Только белый свет, и я думала, что сегодня все говорят про визуализацию. Я вот представляла, что вы тоже ко мне повернетесь. Я не смог. Но сегодня у нас в переписке WhatsApp мы шутили «Не говори хоп-хей, пока не ла-ла-лей». Это шутка из интернета. Уже нажал. Да. Леонид, если вы позволите, я бы очень сильно хотела с вами познакомиться. Вообще со всеми, конечно, но Леонид меня очень сильно интересует, как... автор-композитор именно своей музыки. Он женатый человек. Я тоже. Это был мой муж, кстати. Давай, я за этим и повернулся. Замечательно. Спасибо. Это хорошее, интересное.